раньше это был центральный рынок при мечети, а сейчас в таком красивом здании расположился магазин Kaufland. Сейчас пойдем посмотрим, что там внутри. Два дня ходили в центральной хале, сейчас здесь находится магазин Kaufland, и только уже перед самым отъездом увидели спуск вниз, а внизу остатки древнего города. Видны часть фундаментов оставлены, при этом сделаны магазины, вот такой, выставка фотографий. И интересная сделана экспозиция найденных здесь предметов. Вот эти контуры сделаны металлические, они, и в них закреплены предметы. То есть это получается объемное все. Смотрится очень необычно. Так, а внизу описание. Да. Бабовые зубдички. Вот вы сосла зубдички. Активный экран, где можно примерить на девушку старинные украшения. Вот здесь можно нажать. Так. Ты куда жмешь? Тут вот зовут. А украшения? Интересно. Да, вижу. Жалко, что немножко отсвечивает. Но активный экран, на котором можно собрать осколки найденного кувшина или вазы. Уж так. Как встает на место, он подходит. Это не отсюда. Не то. А переворачиваются они? Нет. О, встала. Готово. Может, это, наверное, можно поразвлекать детей. Еще один интерактивный экран, на котором можно посмотреть, как выглядел город Сердика. Сегодня мы по нему гуляли. Можно его отодвинуть, приблизить. Сейчас, по секундочку. Свечивает только все. Можно приблизить, повернуть, полистай. Так, что там еще можно? Порты. Интересно.